Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Погода на улице оставляет желать лучшего. Дождит, дождит и дождит в этой небесной канцелярии. Скапливается столько воды, что она не помещается уже у нас на земле. Подтоплены леса. Вот такая слякоть. На улице 8 градусов тепла. А мне сегодня надо срочно сделать венок. Ко мне приезжают гости. А каждый год я делаю венок на кладбище для матери моей подруги. Подругу мою вы уже знаете, хотя никогда не видели. Зовут ее Людмила Вендель. И познакомились мы с ней на просторах интернета, на грибной почве. Это точно. Сейчас я приготовлю зелень для венка. И мы с вами начнем. Я вам покажу, как я это буду делать. Да? Мы начинаем. Я приготовила вот такую основу для венка. Это тоже венок из соломы. И мы сейчас будем с ним работать. Мне нужна проволока. Ну, зелень вы уже видели мою. Двух видов. Это кипарис. Вот такой свежий зеленый, салатный. Ну и елка. Елка, которая не осыпается. Не колючая, называется она Нобелис. Так, надо как-то так устроить вас, чтобы вам было хотя бы немножко видно. Момент. Закрепляю проволоку. И начинаю вязать. Ну, вот таким образом, шаг за шагом, кранц покрывается зеленью. Что нужно смотреть, чтобы вот тут не было пусто, и вот тут тоже, когда оно ляжет все
на одну плоскость должно быть все закрыто. Поэтому надо подсматривать, подглядывать, подправлять, чтобы вот тут тоже не получилось пустоты. Итак, я закончила вязать венок. И вот здесь у меня получилась вот такая перемычка, на которую сейчас я укреплю флористическую пенку и доработаю венок дальше. Но это вы увидите, когда я его сделаю. Ага, флористическая пенка свалилась. Мой венок приобрел законченную форму. Он стал выглядеть как венок. Он круглый, у него есть голова, как мы называем. И сейчас мы его обойдем вокруг. Он везде круглый. Это уже настоящий венок. И вот этот сейчас настоящий венок мне нужно заполнить. Заполнить материалами, которые мы используем для таких случаев. Ну вот, самая основная красота приехала. Он там лежит на улице. Вот. И мы сейчас будем работать над венком. Как-то так. Ну вот таким образом гарнируем все в красном цвете, чтобы все у нас было красиво. Вот так. У нас пойдут камыши вход. Так, красота. И вот так. Длинный, длинный. Жирный-жирный. Поезд пассажирный. Ой-ё. Буря мглой не накроет. Еще чуть-чуть. И будет окей. Вот так. Красота. Страшная сила. Сейчас вход идет лотос, фрукт или семенные коробочки лотоса. Ну, вообще-то, мне и так хорошо. Сейчас сделаем вот так.
Не забываем, что там у нас есть проволока, которой подвязаны все веточки. Вот так. Чуть-чуть, конечно, сыпется, но никуда не деться. Ну вот, дорогие друзья, венок я приготовила. Вот это мне что-то здесь не личит. Убираем. Вот так. Веночек. Обходим его со всех сторон. Он все-таки похож на венок. И ни на что другое. Так. Вот тут что-то надо добавить чуть-чуть. Такая проделана работа. И этот венок сегодня поедет на свое место, а в воскресенье в Германии. Родительский день у протестантов, или еще называют их евангелики. Вот так.